По всей стране прошли торжества, посвященные 25-летию со дня образования МЧС России. В Орле также чествовали представителей профессии. Все сотрудники главного управления, спасатели и кинологи областного учреждения являются профессионалами высокого уровня. Именно это позволяет выполнять любые самые сложные задачи, уверенно двигаться вперед, совершенствовать мастерство и наращивать технический потенциал. А еще они готовы рисковать своей жизнью ради спасения людей, попавших в беду. Вы своей повседневной работой показываете образцы надежности, показываете образцы мужества и таким образом передаете уверенность в жизни нашим гражданам. В этот день почетными грамотами и особыми наградами были отмечены отличившиеся сотрудники ведомства.